Уважаемые староскольцы, уважаемые горожане, мне приятно поздравить вас сегодня, в этот день, 8 сентября 2018 года, всех вас с 425-й годовщиной основания города и рассказать вам историю усадьбы Якова Алексеевича Харкевича, какой она дошла до наших времен. История этой редкой усадьбы, этого редкого памятника берет свое начало в далеком 1826 году, когда штабс-капитан Федор Семенович Харкевич получил от воронежского митрополита грамоту на владение этой землей. В 1836 году была построена сама усадьба. На сегодняшний день это усадебный комплекс, который представляет собой целый ряд зданий, удивительно сохранившихся до нашего времени. К сожалению, в постперестроечные годы наниматели и арендаторы не уделили внимания этому удивительному месту. И сегодня оно находится на грани исчезновения. Я вернулся несколько дней назад из села Шаталовка, из усадьбы Харкевича, где обнаружил целые склады разбитого кирпича. Кто-то под покровом ночи или в другое удобное для себя время растаскивает уникальное здание на кирпичи. Сегодня я, пользуясь случаем, подошел к губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко с просьбой помочь в восстановлении этого удивительного памятника. И он мне сказал буквально следующее: мы его обязательно восстановим. Я верю, что через 8 лет, когда будет отмечаться 200-летие со дня строительства этой удивительной усадьбы, и к этому времени он обязательно будет признан памятником истории и культуры, а может быть даже федерального значения, что к своему 200-летию это здание обретет свой первоначальный вид, и мы сможем включить его в то ожерелье драгоценных архитектурных достопримечательностей, которым мы сегодня владеем, которая, к сожалению, за последние годы уменьшилась, но с восстановлением и с возрождением этого удивительного места мы, староскольцы, будем еще внимательнее и чутьче чтить наследие наших предков.